Традиционно в выходные инспекторы ГИБДД провели рейд. Одному из водителей придется заплатить штраф и лишиться прав за управление транспортом в нетрезвом виде. Всего во время профилактической акции госавтоинспекторами пресечено 13 правонарушений. Также нарушение правил проезда регулируемых перекрестков и нарушение управления транспортным средством с техническими неисправностями. Напомним, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения считается наиболее тяжким нарушением правил дорожного движения. За него предусмотрен штраф 20 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортом в пьяном виде правонарушителю грозит уголовная ответственность.